Хей-хоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Dungeon Хроники, и у нас первый обзорный видосик по ней. Обучающий, так сказать, давайте посмотрим, что это за игра. Так, начинают меня дамажить, так как это тренировочный бой, то, конечно же, видите, что дамаг проходит очень мизерный, убиваю их всего с одного удара и спокойненько прохожу дальше. Мне дается 4, а, точнее 5 минуток на то, чтобы пройти данную данжу, и это слишком много, учитывая то, насколько я круто со всем этим справляюсь. Так, мне тут пишут, рассказывают, что надо проходить, как убивать, где какой лутецкий собирать и что получать. Это, я так понимаю, призы, да? Хорошо. Голда, 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 голда. Так, это что у нас такое? Ну, давай лутнем. Пистолет. Пистолет какой-то нашел. Ну, короче, хрен пойми что. Кольца, оружие различные. С этим всем будем сегодня разбираться, думаю. Посмотрим. Так, пушку нашел какую-то прикольную. Да я пока бегаю с мечом, но в дальнейшем есть перспектива от того, чтобы все это поменять на что-то более качественное, естественно. И я думаю, у нас здесь босс. Ух ты ж, боже мой, ты посмотри, а пупсик ничего так дамажит, да? А, вроде как, но мне что-то подсказывает, что слабоват он будет, и я почти надрал ему задницу, бьет он куда-то не в ту сторону, я стою совершенно в другой стороне, куча лута с него дропается, и мы, в принципе, проходим. А здесь нету никакой пасхалочки, случайно? Тут это все разбить? Не, нельзя, да? Или можно? Что это такое? Не, вроде нельзя. Это так не работает. Ну, вдруг, блин, там была бы какая-то пасхалка, я бы пропустил. Мне потом сказали, что я дурак, пропустил, не нашел и, короче, все испортил. Бывает такое, мне часто такое пишут в комментариях, суки крашеные. Но, что поделаешь. Так, а что, я заново пошел, что ли? Это, я надеюсь, не заново, да? Не, это заново, скорее всего. Че за хрень? Я заново не хотел начинать. Как это все сделать? Ну, у меня уже третий уровень, благо хоть прокачка сохраняется. Кстати, игра находится в бета-тестировании. Возможно, здесь вообще доступен только один уровень. Это мы тоже должны проверить. Я ленивая задница, вы это прекрасно знаете. Я не стал дожидаться проходить какие-то тестовые обучения. Я сразу начал по фулу все проходить. А мне вот интересно, оно автоматически надевается или как это все происходит? Так, где этот дядька идет? О, у нас тут новый босс. Блин, так это новая миссия тогда получается. Просто оно как-то странно меняется. Нету новых, походу, территорий. Игра же в бетке находится, вот оно так и происходит просто. Просто мне интересно, где мне найти, короче, инвентарь, все дела. Как это как работает? Так, сет армора. Так, хорошо, сет армора. Что у меня тут? Можно купить сет армора. Хорошо, а пушку что? Можно что-то купить? Не, ни хрена нельзя сделать. Зачем-то что-то здесь пишется. Я пытаюсь что-то сделать, и мне ничего не говорит, не помогает. Вот, короче, как их понять, а? Это вообще все на английском, нету нормального языка здесь. Так, это рейтинг игроков, я, конечно, тут номер один, я король, это все понятно. Хорошо, next level, погнали. Бусты все, я не могу тут ничего использовать-то. Что за херня? Я все собираю. Вот, смотри, нашел, нормально все. Все нормально, все пучком. Так, это что, это все, что у меня есть, что ли? Охренеть, ёб твою мать, что, сколько всего-то. Я там какую-то перчатку крутую находил. А как понять, что хорошо, что плохо? Ну, это, по-моему, лучше, чем то, что у меня, да, было. Офигеть, круто. Давай наденем. Так, вот смотри, какой меч. Это что за палка? 3 атаки, 10 HP, там критически что-то. 10 дамага, 8 этот, критиков, 124. Вот это круче, по-моему, или нет? Там больше того, 59, 70. Нет, тот, что у меня, он лучше пошел нахер. Так, это сразу можно, наверное, продавать все, чтобы я не путался. Так, это стволы вообще, стволы куда экипируются? О, так ствол вообще на изи можно поставить. 4, слушай, мне нравится. Так, 88, какая-то херня, выбрасываем. Я думаю, сейчас у меня там тайминги закончатся, я просто сдохну, и мы сами зато все сделали, да? Мы с вами молодцы, молодцы. Хорошо, это палочка какая-то, выручалочка, хер пойми шо. Отвечаю. Балаболю и лишь бы балаболить. Так, что это за? 93, нихера себе, возьмем. Хорошо, ту можно продать, нахер пошла. Нахер, я сказал, пошла, правильно, валяется. Да и ты нахер иди. Тут, кстати, показывает, смотри, то больше, то меньше, там стрелочки вверх-вниз, это вообще можно сразу экипировать. Так, хорошо, это что такое? 151, нихера себе, вот это палки. Вот это гнут, дай боже, это можно продавать тогда. Хорошо, нахер, пошел.
Окей, ты тоже иди нахер, я тебе говорю. Вот так вот, правильно, иди и не возвращайся. И ты иди нахер. Кстати, я мог, наверное, и второе кольцо надеть, да? 107, 104, это лучше. Так, это вообще херня какая-то, палки непонятные. Это еще круче, давай наденем это нахер выбросить. Это, может быть, можно было бы что-то еще лучше сделать. Но я не шарю. Два кольца надел, хорошо. Амулета что-то у меня нету, надо где-то поискать амулетики, на ней что-то не дропаются. Так, это все у меня заэквипено, это можно продавать. Хорошо, все, погнали. У меня все, тайминг исчез, блять, просрал, вторая попытка. Кстати, новая локация. Нихера себе, у меня тут палки, вы видали, какие мечи? Обалдеть, вот это я жгу. Я ж говорю, я профессионал. Я профессионал. Я только начал играть, уже я топ-1 в рейте стою. Пожалуйста, вы что думали? На нахер, каждого сплюхи убиваю. Это вам не PUBG катать, это данжи проходить, понимаешь? Здесь все серьезно, ёпте. Да, хорошо, что со мной лошадь бегает? На нем нельзя ни сесть, ни херашеньки. Не понимаю, что с ней делать, но да ладно. Она просто со мной бегает, хотя бы что-то... мне кажется, это что-то я подобрал вообще бачука. Бачука! Бачука это что-то серьезное. Видели, да, какая она? Она фиолетовая. Я хоть и дальтоник, но я понял, что это, блядь, там дропнулось что-то тоже крутое. Походу. Пятый левел дропнул я. У меня куча скиллов открылась. А я успел задетектить. Так. Тут у нас вообще идет раздвоение. Развилочка небольшая такая. Можно пойти вверх или вниз. Хорошо. Дропики пока пособираем. Так, вроде все собрал. Собрал же, да? Не, не собрал. А хули я не собрал, если собрал. Короче, хер пойми. Она что-то там пишет. У меня скиллухи открываются. Смотри, на 10 левеле еще одна скиллуха откроется. Но мне даже не надо ее юзать. Я насколько сильный и охрененный, что это все просто бессмысленно. Окей, вот это я тоже заберу, пожалуйста. Это очень круто, мне кажется. Так, дропик, дропик, дропик. Оп, дропнули. Хорошо, погнали дальше. Это обозревательный ролик, ребят. Не забывайте, пожалуйста, поэтому... Здесь нету какого-то специального задания, которое мы должны выполнить за стрим. Мы просто знакомимся с этой, как по мне, крутой игрой, учитывая то, что она вообще находится в бетке, то она себя показывает очень классно. Я пока что в восторге. Так, это наш босс, я его убиваю с трех ударов, ребят, камон. Чтоб вы понимали, насколько... А, нет, это не босс, да? Да, это не босс, ладно, сорян. Так, я думал, это босс. Я думал, я босса свалил с трех попыток, а вот и босс. Так, на нахер, я скиллуху юзаю, смотри, что творю. Короче, у меня тут... О, ствол. Давайте постреляем. Чё нах? Вергардиум левиоса, сука. Нахер пошел. Могу переключаться на кучу разных... этих, как они называются-то? Пушки, блядь, да, пушки. Вроде как пушки. Не знаю, может быть и не пушки. Нахер пошел. Нахер пошел. Давайте посмотрим на ствол. На нахер! На нас, сука! Кто что там сказал? Чё, борода плохой? Да, ну иди сюда, бля. Сейчас я тебе лицо сломаю. На нахер! Хейтер вонючий. Пошел отсюда. Вот так вот. Чтобы знали, да, на кого напали. Хорошо, что у нас тут? Можно что-то сделать? Не, купить ничего. Ну, ты, короче, не знаешь, что это за херня. Я пытаюсь там купить что-то, оно не покупается. Да, блядь, не туда. Вот, вот дебил, короче, ясно. Вот так вот. Херяки открыли. Понимаете, здесь везде есть пасхалки. Не нужно спешить. Он, смотри, вообще что-то подобрал очень крутое, между прочим. Так, вот теперь я могу, да, сюда? Нет, не могу. Ну ладно, хер с тобой, пошел нахер. Так, хорошо. Что мы там подобрали? Давайте... Нихера себе я тут насобирал. Ты посмотри, какая крутая. Второго уровня шляпа. Видал, да? Это тебе не пальцем тыкать в дырку. Так, хорошо, это можно продавать. Это тоже можно продавать, это все фуфло. Так, это вообще скипер какой-то галимый подсолнух, как по мне. Так, 208, нихера себе квитом. Обалдеть, вот это подобрал пуху сегодня. Это только первая катка, между прочим, ты заметь, братень. Я просто шарю, как надо играть, понимаешь? Вот оно тебе когда не дано, то оно тебе не дано, понимаешь? А вот я как... прирожденный геймер, я в каждой игре успешен, и ты можешь за этим наблюдать прямо сейчас. Ну, это просто невероятный результат, который я показываю на первой же игре. Просто охренеть. Так что не забудь подписаться на канал, пожалуйста, и поставить палец вверх. А если ты оставишь комментарий, так тебе вообще цены не будет, отвечаю. Так, я все продал. Мне кажется, я продал свои крутые мечи. И как бы это плохо. Не знаю. Че я вместо мечей поставил? А, у меня другие крутые мечи, я понял, хорошо. Так, это я все тогда продаю. Так, это я тоже продаю, окей. И этот посох я могу эквипнуть. Да-да, хорошо. А этот тогда могу нахер просто продать, и он мне не нужен, по сути. И вот эту херню продаем.
Вроде все остальное за эквипина, правильно? Так, вот еще мусор один. Хорошо, это нам не надо. Все остальное у меня по фулу. Так, реликви, что это такое? Ну, это, короче, хер пойми шо. Я не знаю, это вообще мое, не мое. Так, костюма у меня вообще нихера нет. А что это, можно куда-то надеть, что ли? Не, нельзя никуда надеть, короче, непонятная вещь. Так, меркания какие-то на 50-м левеле можно открыть. У меня только 322 монеты, хотя вроде бы я уже столько всего открыл, что офигеть можно. Так, 130. Так, что у нас тут? Тут нихера нету. Короче, пока что я без кристаллов, и мне нужно это все делать только за кристаллы. Тут можно покупать новых героев. Мы видим их очень много. В чем разница между этим? А, это за кристаллы покупается, это за монеты. Прикольно, можно на выбор делать. Это хорошо, пошло оно нахер, все. А, так, и что, ребят, ну, в принципе, мы все прошли. Я думаю, для обзорного ролика более чем достаточно. Если тебе мало, то сорян, конечно. Ты попал в канал на бороде, а борода падла соколеневая, понимаешь? Херяк, еще нашел, видали, да? Вот это те пасхалки, пожалуйста. Обращайся, обращайся, я помогу. В общем, спасибо большое. Подписка внизу, там же и комментарий можно оставить. Не забывай об этом.